Итак, привет, друзья! Сегодня с вами вновь канал «Я и мой хвост», я его автор и ведущий Олег. Речь сегодня у нас будет не о собаках, поэтому, кому не интересно, можете сразу переключиться. Ну, все вы знаете о том, что я сейчас нахожусь на острове Сейшельские острова. И вчера я был приглашен на вечеринку TNT Music Party. И вот я более подробно хотел бы остановиться именно на рассказе этой вечеринки, как это было, потому что я под такими впечатлениями сумасшедшими просто обалдеть. La moisie avait à comme si c'est ce qui m'aime tout et où vraiment ça c'est bon en lit quand vraiment on y avait mal tout oh oh mais à guetter il va dans mes pensées qui en a salé de faire même là où j'ai côté qui peut venir avec quelque chose qui m'est pour ça qu'avancer et vivre en vitrine. Ну, во-первых, как мы туда добирались, да, то есть это находится на другом конце острова Майи. Мы ехали через перевал, я посмотрел, что мы там вообще проезжали через облако какое-то. Что было дальше? По приезду меня познакомили с артистами, то есть это был Степа Стайл. Богдан. Корнелия Манго. Ну, Корнелию Манго я как бы визуально знал еще на заре ее карьеры, когда она работала по циркам, и в цирке работал я, и мы часто пересекались. Сейчас просто вот совершенно за экватором, да, мы столкнулись снова. Самое замечательное селфи, которое для меня особо ценно, знаете кем? Тут есть местный такой, как бы, диджей, там, я не знаю, как это направление, не сильно не разбираясь в музыке, да, его зовут Титрей. Это местный сейшельский исполнитель, ну, скажем так. Причем самое, что интересное, буквально в этот день, я снимал ролик с собаками, которыми мы работаем, да, и владелица, это хозяйка этих собак, как бы, я наложил красивую, как мне показалось тогда, музыку. Говоря, то есть, наша, ну, да, цель, конечно, еще до конца не достигнута, потому что нету еще каких-то раздражителей, да, то есть там собаки, люди и так далее, машины проезжающие. Но, в принципе, вы видите, что это уже происходит. И недалек тот час, когда это будет уже и с раздражителем. С вами был канал «Я и мой хвост», я его автор и ведущий. La moisie avait à comme si c'est ce qui m'aime. То есть, ну да, она и реально является красивой музыкой, но суть в том, что я совершенно не предполагал, что я встречусь с этим исполнителем вот прям вот один на один. И поэтому для меня, собственно говоря, это вообще просто было супер. Потанцевали мы от души.
меня поселили в отдельный номер. Ну, номер, конечно, это шикарный, такой двухкомнатный, там, с двумя туалетами и так далее. После чего у нас был завтрак в этом отеле. Завтрак тоже Индийский океан. Ну, то есть, вы себе даже, я не знаю, я нахожусь как в сказке, честное слово. La moitié avait à comme si c'est ce qui m'est tout et où vraiment censé pour un lit quand vraiment on a y avait mal de tout. Oh, oh, oh. Mais à guetter, il va dans mes pensées qui en a ça de faire, même là haut de côté qui peut finir avec quelque chose qui m'est pour ça qu'avancer et vivre en vitrine. Records on the beat.